Привет-привет! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 3 года как не стало писателя, потом политика Эдуарда Лимонова. Сейчас было бы ему 80 лет. 3 года назад его не стало, поэтому давайте посетим его могилу, посмотрим. Вы не забывайте подписываться, ставьте лайки, комментируйте. Итак, смотрите внимательно, не отвлекайтесь, ничего не пропустите. Поехали, вперед. Итак, дорогие друзья, подхожу я к могиле, уже отсюда видно могилу Эдуарда Лимонова. Памятником вот такой вот, видите, да? Эдуард Лимонов с арматурой. В руках у него палка металлическая. Так. Было бы ему сейчас 80 лет. Вот. Ну вот как-то так, дорогие друзья. Посетили мы могилу писателя, политика Эдуарда Лимонова. Интересный памятник стоит у него на могиле. Он там с железной палкой. Арматура металлическая. Так что вы не забывайте подписываться, ставьте лайки, комментируйте, смотрите выпуски мои. Вам я желаю удачи, успехов. Самое главное, берегите себя, своих близких. Увидимся. Пока-пока.